аккуратненько, можешь ножом, вот твой нож и вилочкой. Да, можешь положить его, но это же красота, это же просто красота, несу чай. Да. Вау, горячий. Горячий. Аня, пропускай. Итак, дорогие друзья, всем вечер, добрый тот же день, но не тот же час. Все на календаре, дата 1 октября, Всемирный день музыки. Потрясающий совершенно подарок от Мариночки из Нижневартовска. Марин, смотри, мы видишь, как вот мы отрезали с той стороны и с этой стороны, а вот с Международным днем музыки и сладкий привет из Нижневартовска я пока оставила, то есть я не отрезала, и скрипичный ключ. Пусть пока вот так будет. Но если ты захочешь еще, Эльдар, я тебе отрежу. А я до сих пор не съела то, что начала с Ильей. Ну что, давай, поздравь всех с праздником. Да-да. Меня еще раз пропусти, кое-что забыла. Поздравляю с праздником. Всем привет, всех поздравляю с праздником музыки. Желаю всем хорошего голоса, хорошего чистого звука. И чтобы у каждого были свои правильные ноты. Вот правильно. Как ты хорошо сказал-то? Чтобы у каждого были свои правильные ноты. Эльдар, это как классно сказано-то. У каждого свои правильные ноты. Так, тебя не видно? Подожди. Так, стоп. Правильные ноты. То есть, это знаете, о чем Эльдар хотел сказать? Ой, Эльдар, но свеча не зажжена. Неси. Я уже не буду выскакивать. А у тебя зажигалка, что ли, есть? Нет. Нет, нет. Там спички в нижнем ящике выдвижном. В самом нижнем. Правильные ноты. То есть это говорит о чем? О том, чтобы человек был на правильной волне. Правильно? Угу, все верно. Чтобы у него было хорошее настроение. Чтобы он никому не грубил, несмотря ни на что. Всегда находил... Отлично. Спасибо, Эльдар. Все, присаживайся. И мы еще вот этот зажжем. У нас тут еще какой-то. Славный? Угу. Антошкин. Он мне так настроение поднимает. Такой замечательный. Как бы ни было, музыка должна... Внутри каждого человека, даже если он не музыкант, должна быть музыка. Вы должны звучать, и, как сказал Эльдар, правильные ноты. Правильные ноты. Ну, давай я наливаю чайку. Приятного аппетита. И вам приятного. Тебе огромное спасибо, что ты мне помогал делать ремонт. Что ты мне сегодня помог сделать драпировку. Друзья, дорогие, это именно тот Эльдар, про которого я говорила. Что без него я не справлюсь, чтобы вот это вот все сделать. И сейчас... Пока мы будем с тобой трапезничать, пока мы будем пить чай и за кадром с тобой ля-ля-ля-ля, я пущу небольшой такой, небольшое видео, когда еще было светло, когда ты пришел, когда мы начали с тобой вот это все делать. Пускай наши друзья посмотрят все-таки, как мы все это с тобой сделали. Без твоей помощи я бы ни за что не справилась. Поэтому приятного тебе аппетита, приятного тебе чаепития, ну а вам приятного просмотра, что мы там творили и что мы здесь вот натворили. Друзья дорогие, еще раз всем добрый вечер. Я обещала, что мы вам с Эльдаром покажем, как мы будем драпировать стены. Как я покупала ткань, вы уже посмотрели. Вот она, эта светлая ткань, которая, как ее, уцененная. Вот так она выглядит. Ну, если это вместе она, вот видите, желтень, с желтеньким таким отливом. Ну, а если ее там раздвинуть, то она будет побледнее. Итак, идея пришла, когда мы в Леруаль Мерлен, да, правильно? Магазин называется? Леруаль Мерлен. Когда мы еще с Егором покупали обои, ездили, я тогда сразу же как бы думала о том, что я буду здесь драпировать. И как я сделаю, если раньше я в юности, я это делала, еще не было тогда вот этих лесочных гардин, там, которые к потолку прикручиваются, но здесь же потолок подвесной, и к нему сейчас ничего не прикрутишь.
то на леску я делала, то еще я на что-то делала, то теперь я, когда увидела там огромное количество штапиков, я поняла, что это именно то, что мне нужно. И вот сейчас Эльдар уже, как это, наждачечкой сделал, да? Угу. Вот теперь смотри. Вот у нас вот эта стеночка коротенькая. Вот она. Эльдар замерил. Теперь мы берем и вставляем туда наш штапик. Угу. Эльдар их покрасил. Они были деревянные. Он их просто кэче покрасил. Сейчас он их отпилил по размеру. Я чуть-чуть подгладила эти ткань эту. Шторами это не назовешь, потому что это не на окно. Я терзаю смутное сомнение, что здесь все 3 метра. Да? Ну ничего, значит, здесь будет не так густо. Но я их мерила, искала, какая же из 4 самая такая, ну, как ее, маленькая, потому что там 3 было куска помельче, а 3 куска это. Значит, смотри, твоя задача, Эльдар, угу. Смотри сейчас здесь. Вот здесь самый край, угу. В стену вбить гвоздь и потом просто накрыть. Угу. То есть, получается, здесь гвоздик и там гвоздик, а потом мы ее распределим по это. Ты понял? Угу. Бери стремянку, залазь. То есть вот. Вот таким образом мы сейчас задрапируем нам стеночки. Сразу, пока еще не поздно. Там что-то совсем мало. Наоборот, туда. А, наоборот, туда. Да. Все. А то там в углу совсем нет. А нам надо угол-то закрывать, чтобы щель не было. Да. Держи, да, давай. Классно, все. Ну, держится же. Нет, не держится. Не держится? Ну, очень хочется, чтобы держалась, Эльдар. Слушай, сейчас ты... я тут часочек постою. Ты прямо как этот. Ой. Может быть, я это? Да я нормально держу. Тоже к тебе... Нет, ты иди туда. Ты иди по серванту. Он меня точно выдержит? Я-то не полностью на нем стою. Я понимаю. Ну попробуй на центр встань. А если все-таки не получится? Ну он немецкий. Должен выдержать. Испытаем? Давай. Ой, Эльдар, он хрустит.
Тит. Что-то не надо, да? Давай не будем. Я просто к тому, что как бы там, чтобы уголочек этот придавить тут. Он, видишь, он еще не придавлен, этот уголочек. А ты... Он не придается. Подожди, ну ты сейчас вот отпусти руки. Вот держится, нет? Ну держится же! Да падает! Что, падает? Ну просто потому, что не высохло. Но оно будет держаться, будет! Я знаю, что будет держаться. Я уверена, что будет. А оно не может не держаться, оно не может, не может, не может. Ну идея-то классная, оно должно держаться. Классная. Ну, потому что мы бы никогда бы ничего сюда не вбили, в эту стену. Я что, тут на чепиках? Чего? А, ну я, ну фу. Ну так это, понимаешь, здесь ты сразу вот под самый потолочек, и вот эта вот гофрировочка, она закроет все вот эти их щели, которые при потолке там где-то что-то они там не сделали, как это называется, как космофеном. А-а-а. Не прошлись, это же все закроется. Потому что драпировочка, она как бы все это раз-раз-раз-раз, и все скрыло. Прямо... Так со стороны нормально я держу хотя бы? Нет, ты держишь вообще замечательно, там можно в книгу рекордов Гиннесса. То, как ты... Ой, ну я-то куда полезла. То, как ты держишь... Ну, чего я там стояла рядом с тобой? То, как ты держишь, это вообще просто вот феерично. Ты как Геракл. Прямо да. Спасибо, тебе спасибо, все, тушим свечу, я тебя иду провожать. Давай, до встречи. Потом с девушкой со своей приедешь. Хорошо. На чай, договорились? Обязательно. Ну все. До встречи. Пока-пока. Пока.